предприятию требуется инженер ПТО, электрик с опытом работы. Обращаться вы можете по телефонам 769-22 и 772-12. Продадут 3 смежные комнаты в малосемейном общежитии по адресу Советский переулок 3. Цена 500 тысяч рублей, торг при осмотре. Подробности по телефону 8-912-544-41-11. Предприятию требуется кухонный работник. Обращаться вы можете по телефону 8-912-545-90-62. Продадут блок-комнату. Цена 120 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-954-10-80. Магазин «Фермерский» приглашает своих покупателей на большое поступление мясной и колбасной продукции, также полуфабрикатов из оленины. Город Интай, Воркута. Еженедельное поступление натуральной молочной продукции. Премхоз, город Ухта. Йогурты, ряженка, сметана, масло топленое, сыр адыгейский, сыр югор, сыр пошехонский, масло сливочное Ижемского района. В ассортименте колбаса, полукопченая, сыровяленая, мясо сырокопченое и многое другое. Вас ждут по адресу улица Социалистическая, 74, бывший магазин «Нико». Управляющей компании на работу требуется дворник, уборщик территорий, уборщица. Обращаться по телефону 6-22-50 с 8 до 17 часов рабочие дни.